и по четвергам с 14:46 в Москве на частоте 101.5 FM. Радио России. Петрозаводск. Слушайте на частоте 102.2 FM. Радио России. Главное радио страны. Шатровым. И в завершение нашей программы хорошие новости поступают, поделиться радостью новости, особенно для нас, наш коллега, ведущий программу «Полевая точка», наш друг Кругозор и редкие люди на радио России, Алексей Пивчик, мы просто журналисты, мы просто даже музыкальный журналист, он читает. И он выпустил книгу, которая называется «Повторение пройденного», и есть еще там «Калатный». Мы полагаем, что